Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот энергетик от Бизона в алюминиевой банке Black Energy Drink. Black, не знаю, какой это вкус будет. Сейчас, в принципе, будем смотреть. А, Original Energy Drink, в принципе, так и знал оригинальный вкус. Напиток безалкогольный газированный, энергетический, тонизирующий Бизон Black Original Energy Drink. Покупал в магазине без названия, в прямом смысле этого слова. Стоит в районе 70-60 рублей. Объем 0,449 литров. У меня был обзорчик на данный энергетик, только в бутылочном варианте. Пластиковые бутылки. Вот этот ролик. Превьюшка. Название. Может, кому-то будет интересно. Может, кто-то заценит, зайдет, посмотрит. Поэтому показываю. Собственно, почему переделаю, так скажем, обзорчик. Делаю обзорчик только на алюминиевый вариант банки. Почему, собственно? А по той причине, что при соприкосновении разных материалов к одному напитку, вот берем этот энергетик Бизон, как напиток, да, как воду, и, допустим, ее заливаем в бутылочный вариант, на который у меня был обзор. То есть бутылочный материал у нас пластик. И заливаем в алюминиевую банку. Это у нас уже другой материал, это алюминий. И получается при соприкосновении одной газировки у нас получается разная реакция, разный вкус. То есть это химия. У меня более 1000 обзоров на канале, поэтому я точно с уверенностью могу сказать, что вкус абсолютно может быть разный. Что в бутылке пластиковой, что в стеклянной бутылке, что в алюминиевой банке. Может быть 3 вообще разных вкуса у напитка. Поэтому имейте это в виду, поверьте моему опыту. На канале обзоров полно, можете найти. Искать, скорее всего, придется долго. Тот же даже, в пример, приведу Байкал. В бутылке пластиковой совсем другое. Точнее говоря, в пластиковой бутылке одно. В банке или в алюминиевой... Ой, в банке говорю. Да-да, в алюминиевой банке совсем другое. Или же в бутылке стеклянной. Абсолютно другой вкус. Или же тот же самый Эвервес. Абсолютно два разных напитка получается. На канале есть обзоры Эвервеса, что Black Royal. Смотрите, как доказательство. Или же пробуйте. Так. Что у нас тут есть интересного? Обычно этот энергетик продают в магазине Магнит. Если интересует, там можете найти. Только я не видел в алюминиевой банке там. Я видел только в бутылке. И все. Так, ну попробуем. В принципе, банка выглядит намного приятнее, чем бутылка. Когда я покупал первый раз эти энергетики вообще в бутылке, я их купил сразу и... Бизон с малиной, на который у меня тоже был обзор на канале, есть. Я даже сегодня делал на алюминиевый вариант. Так вот, в бутылке, когда покупал в Магните эти энергетики, они мне казались такими какими-то
Таким простенькими, дешевенькими, там как раз они по 50-40 рублей вроде стоили, такой бюджетный энергетик, вот так называемого. А вот баночный вариант очень красиво выглядит. Бутылочный реально он какой-то такой бомжатский. В принципе, поехали пить, поехали пробовать. В магазине напиток, кстати говоря, наливают энергетик прям до упора банки, чуть ли не до упора. У меня что сегодня в ролике было с малиновым вкусом этого энергетика Бизон. Чуточку пролился энергетик, когда открывал его, потому что там было налито прям до упора. Доверху банки. Что в этом энергетике? Также чутка пролилось. Так, ну что? По запаху оригинальный вкус. Довольно-таки такой насыщенный запах идет у нас. В магазине энергетик хранился в холодильнике. Когда я его купил, пришел домой, где-то на 1:20 закинул в морозилку. Поэтому он холодный. Пейте напитки холодными. Ну и на газировке. Мой совет. Пока немножко не могу понять, то ли чутка вкуса, что ли, не хватает в энергетике оригинального, то ли чего. Не, в принципе, энергетик хороший. Энергетик вкусный, но такое ощущение, как будто вот оригинальный вкус у нас это вкус Барбариса. И такое ощущение, как будто бы не хватает чуточку какой-то сладости, что ли, какого-то вкуса вот Барбариса тоже самого. Чутка как будто не хватает. Но, опять же, вернемся к тому, что энергетик-то не особо дорогой. Я вот даже не помню, то ли даже за 50 рублей я покупал, я вот реально не помню. Но если брать, допустим, тот же бутылочный вариант, 50 рублей стоит, я точно это помню. А это означает, что бюджетный энергетик. Плюс таурина в банке, тот же с малиной вкус Бизона, 40 миллиграммов на 100 миллилитров напитка был. А здесь, смотри, здесь 120. Но это мы чуть позже разберем. В принципе, в любом случае, даже если ощущение у меня такой нехватки в натуре, в энергетике присутствует, если вдруг... В любом случае, за такие деньги это очень хорошая энергетика, очень качественная. В принципе, как будто такое ощущение еще есть. Начинает вязать немного горло. Да. Ощущаю вот эту уже слюну, как во флешапе. Ну, в дешевых энергетиках такое бывает. Когда вяжет слюну немного. Так вот. О чем я... Что-то я хотел сказать. За такие деньги данный энергетик это нормальная тема. Серьезно. Это очень хорошая энергетика. С моей стороны, оценка данному энергетику однозначно здесь 5 из 5. Так, давайте затестим персосавчик. Так, ну, кофеин, в принципе, по дефолту не более 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Обычный дефолтный показатель, в принципе, средний даже, можно сказать. Так, содержание таурина, я уже говорил, не более 120 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. В этом энергетике таурина уже больше, нежели в малиновом Бизоне. 120 миллиграммов на 100 миллилитров напитка, это... Средний показатель таурина. Не сказал бы, что прям высокий. Ну, средненький такой. Пересекать черту, так скажем, среднего.
Оценку я, в принципе, свою дал данному энергетику. Это оценочка 5 из 5. Энергетик довольно-таки хороший. Энергетик довольно-таки вкусный. Мне он понравился. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Не, вроде как горло не вяжет, но это надо смотреть, это надо пить. Флэша вроде с самого начала прям вязать начинает. Неприятное такое ощущение в горле. Когда слюни прям начинают скапливаться по-жесткому и их начинают вязать сахаром, как будто такое ощущение. На этом все. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.